Здравствуйте, уважаемые розоводы! Сегодня я вам представлю все флорибунды, которые у меня есть. Вот сейчас вы видите флорибунду Кока-Лока. Высота этой бунды заявляется 75-90, ширина 70, диаметр цветка 8 см. У меня диаметр цветка 10-12 см у этой розы. Замечательнейшая роза, у нее очень красивый цвет, она достойно держит непогоду, эта роза. Выгорает она благородно, от этого она становится еще красивее, если она выгорает. Солнце, ни дождь этой флорибунде не страшны. Сейчас вы видите флорибунду Pride and Prejudice, высота флорибунды 90, ширина 60, достойнейшая флорибунда, очень хорошо держит дождь и солнце, не бывает веснушек у этой розы, замечательнейшая роза, запаха у розы нет у этой, но очень красивая, как вы видите, флорибундочка белая. Следующая розочка – это China Girl. China Girl, она высотой у меня метр, шириной 80, диаметр цветка в среднем 9 сантиметров у этой розочки. Очень красивая флорибунда. Летом она выгорает, но выгорает она становится очень красивой, бледно-кремовая становится роза. Цветок она держит долго, на дождь роза не реагирует, на солнце тоже не спекается у нее бутоны. Довольно крупный, красивый очень цветок. Вот сейчас вы видите, как она выгорает летом. Вот такого цвета она становится. Очень красивая роза. Не пахнет роза. В болезнях роза не замечена. Не болела у меня эта роза ничем. Также вот и Кока-Лока, я сказала. Сейчас вы видите розочку Miss Fine. Это очень красивая роза, она очень сильно пахнет. Высота этой розы у меня 1,50 м, ширина 50 сантиметров, 50-60 сантиметров. Диаметр цветка у этой розы может достигать 15 сантиметров. Очень плохо держит дожди роза, у нее выламывается цветок. Но розам, всем моим флорибундам, которые я вам показываю, им 2 года. Кроме некоторых. Вот этой розочке тоже 2. Надеюсь, что она окрепнет и будет лучше держать свои соцветия. Требует подвязки, конечно, эта роза, опоры требует. Это роза Энн Хендерсон, которую вы видите. Энн Хендерсон, высота заявляется этой розы 80-100, ширина 60, диаметр цветка 10 сантиметров. У меня розе второй год, достигла высоты 60 сантиметров, ширина у розочки сейчас 40 метров, но этой розе всего год. Очень красивый заворот и цвет у этой розы. Красивый, хорошо она держит достойно и солнце, и дождь эта розочка. Следующая розочка – это бриоза. Бриоза – это роза хамелеон. Невысокая розочка, ширина розы 50 сантиметров, высота розы 70 сантиметров. У меня она живет второй год, невысокая пока еще. Диаметр цветка 7-8 сантиметров у этой розочки. Следующая роза – аспирин, которую вы видите. Больше почвопокровная роза, чем флорибунда. Разбрасывает свои ветви. Ширина розы может достигать 1,5 метра. Высота 50-80 сантиметров у этой розочки. Лучше использовать как почвопокровную розу эту розу. Следующая роза – акрополис. Это роза хамелеон. Довольно высокая розочка. Она может достигать метра, ширина 60, диаметр 6 сантиметров у этой розы. На солнце роза не выгорает, но она, хамелеон, становится зеленой. Это одна из зеленых роз. Цветок держит очень долго, не очищается сама. Нужно цветы выламывать. Вот сейчас вы видите, вот так они стареют, эти цветы. Но, в принципе, красивая роза. Это роза поэзия. Поэзия, высота у меня 1,20 м, ширина 80, диаметр цветка 80 сантиметров. Поэзия очень долго держит свой цветок. Это, я ее называю лучшей розой в моем саду. Она очень-очень долго держит цветок. Больше месяца может стоять и держать свои цветы. Они у нее медленно, постепенно выгорают. Запаха. Вот это роза грандифлора. Обратите внимание, розоводы, на розы грандифлоры. Они очень хорошо зимуют, эти розы. Вот вы видите сейчас, как она выгорает. Вот это цветы стоят месяц, не менее месяца. Вот такие. Вот астры уже цветут, вы видите, осень. Вот.
Это роза Tiklet Pink. Достойнейшая красивая роза Tiklet Pink. Высота этой розы у меня 1,20 м, ширина 90 см, диаметр цветка 8-10 сантиметров. Летом цветок роза держит плохо, она может вянуть. Но осенью вот так она цветет. Вы видите вот сейчас, это июньское цветение этой розы. Цветет она волнами и цветет почти постоянно. Вот сейчас вы видите розочку Хани Дижон, это грандифлора. Роза пахнет, но не на три облачка, как на розы Бук. Высота 1 м, ширина 80 см. Очень красивая роза, хорошо смотрится в ландшафтном дизайне, вот среди зелени. Видите, как она замечательно смотрится, сочетается с зеленью, очень красивая эта роза. Довольно крупный у нее цветок у этой розы, где-то диаметром 14 сантиметров. Мария Антуанетта. Эта роза очень пахнет. Она высотой достигает 80 сантиметров, ширина 50. Отличный запах у этой розочки. Но роза подвержена болезням. Второй год в саду и второй год она первая у меня болеет черной пятнистостью. Так красивая роза. Следующая роза Dolce Vita 1. Роза маленькая, высота 60, ширина 40. Пахнет слабо, диаметр цветка 5-7 сантиметров. Очень красивый цвет у розы. Эта роза очень-очень долго держит свой цветок. Не выгорая, стоит очень красивая, но маленькая розочка. Пастелла. Пастелла роза, высота 80, ширина 50-60, диаметр цветка 5-7 сантиметров у этой розочки. Скромненькая, симпатичная роза. Сейчас вы видите розу Алабастер. Прекраснейшая роза. Высота 1,20 м, ширина 80 см. Диаметр цветка 10 сантиметров. Летом цветок держит недолго, но осеннее цветение – завораживающее зрелище. Роза Космос. Космос – невысокая роза от Cordes. Пахнет, есть запах. Высота 60, ширина 60 у меня. Диаметр цветка 9 сантиметров у этой розы. Требует кустодержатель. Роза первого плана. Сейчас вы видите розу Cinco de Mayo. Высота 1,10 м, ширина 80-90 см. Очень раскидистая большая флорибунда. Диаметр цветка 6-8 сантиметров. На дождь и солнце не реагирует роза никак. Выгорает очень благородно. Красивая, достойнейшая розочка Cinco de Mayo. Видите, какие у нее красивые лепесточки у этой розы. Следующая розочка Blue for You. Высота 80 м, ширина 50 см, диаметр цветка 6-7 сантиметров, роза пахнет. Очень плавятся на солнце у нее цветочки у этой розы. Сиреневый цвет у розы подплавляется на солнце. Осеннее цветение, конечно, очень красивая роза. Роза Санта-Барбара. Эта роза цветет соцветиями, больше похожа на спрей, хотя к флорибундам. Эта роза цветок держит очень долго свой, не выгорает на солнце. Прекраснейшая роза, нарастает, конечно, как все спреи, очень медленно. Эта розочка у меня достигала высоты где-то 40 сантиметров и ширины 50 сантиметров. Так она наросла у меня за год. Но так очень красивая, прекраснейшая, необычная роза. Следующая роза Помпанелла. Помпанелла, высота у меня сейчас роза второго года. Высота 1,50 м, ширина 50 см, диаметр цветка 5 сантиметров. Первый год нарастает очень медленно эта роза. Раскрывает полностью, не цветет помпонами, раскрывает цветы. Но на второй год начинает показывать свою сортность, то есть цветет уже помпонами. Следующая роза – это Lovely Yo-Yo. Это спрей от Cordes. Очень красивая роза. Высота 50, ширина 30. В соцветии у нее по 40 цветов этой розы. Роза Хамелеон. Очень долго держит цветок свой. Раскрывается очень длинно. Показывает все краски. Вот видите сейчас, какой вот она стоит. Больше месяца держит цветок эта роза. Очень красивая роза. Рекомендую. Эта роза, вы видите сейчас, Розенфацнацион. Высота розы 1,10 м, ширина 60-80 сантиметров. Диаметр цветка где-то 8-10 сантиметров. Цветет роза двумя волнами, но красивая роза. Запах у розы у этой есть. Слабый, но имеется у розы. Красивая розочка, но не маленькая. Сейчас вы видите розу Ангажемент, роза Грандифлора, высотой будет 80 м, шириной 60 см. Это старинная роза,
с цветком старинной формы, закрученной, видите? Очень розочка. Следующая роза Навалис. Роза Навалис, высота у меня 1,70 м, ширина 80 м, диаметр цветка 10-12 сантиметров. Цветок на юге горит на солнце, цветок замыкает. Красоту может показать она у вас только поздней осенью, если нет дождей, или летом, ну, розоводы севера, сажайте эту розу. Сейчас вы видите розу Айсберг. Это одна из самых моих любимых роз. Высота розы 60, ширина 1,5 метра, диаметр цветка 10 сантиметров. Розам у меня больше 5 лет. Вы видите вот сейчас эти розы. Очень красивая, достойная белая роза. Алабастр. Не боится ни дождя, ни солнца эта роза, не болеет. Роза Vivienne Westwood. Vivienne Westwood, высота 70, ширина 50, диаметр цветка 10 сантиметров у этой розы. Очень красивый цвет у этой розы. Запаха у этой розы нет. Красивая роза, видите, какая? Очень красивый лист еще у этой розы необычный. Вот видите, так она благородно выгорает. И последняя роза – это Лидия. Эта роза у меня растет давно. Лидия – это спрей-роза. Роза-хамелеон тоже становится зеленой в конце лета, выгорает. Цветет она огромными соцветиями. Здесь вы видите 5 кустов розы вместе. Высота розы 80, ширина 40 сантиметров. Цветов… Если вам понравился ролик, поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне в комментариях. Всего доброго вам, до свидания, до новых встреч!